Влад Казаков, тоже очень сильный скейтер.
Молодец, Алина Чайковна, она выступала с прошлым этапом. Время прошло у вас. И вот сразу Толи уйдет через весь разбор, делает два. Так, рок-н-ролл. Рок-сайз на его драйв.
трудное толстание, является вверх. Лёха, у тебя же именно ведущий штрих. Не надо, чтобы особенно трудное, а затем ведущий штрих. Попшёшь на новом сграе. Свою заготовочку попробовал Лёха, к сожалению, не получилось. А у нас приступает Александр Пыжиков. Ты готов? Время пошло! Гроусмену. Сверху Гроусмену. Она уже сразу еще правила сразу маленький флип. А Гроусмену. Потерпите, сам же решил начать свое выступление с технических трудов. Бэксайд-компетитив. Как всегда, ошибки происходят на самых простых предметах. Что вдвойне досадно. И... отлично! Бэксайд-компетитив, бэксайд-аут. Преобъективился. Саша, ты вернешься в руки на полу. Ой-ой-ой, а тут уже жарная бакьёва, а у Саши уже время на заключительный трюк. На заключительный супер-трюк. Санёк разгоняется. Так, сейчас будет установлен.
Эксайд-фитинг, Эксайд-фитинг. Спасибо большое. Отличная покупка. Еще один круг. А, ну, конечно, заключительный круг. Привилегия каждого участника. Несмотря на то, что время его круга не закончилось, но мы всегда пойдем навстречу. Только мощный же, кажется, за ногу ловит. Складывается почти пополам, но делает 50-50. Невероятно, Трубычич. Супер круто. На этом мы заканчиваем нашу квалификацию. И буквально через несколько минут начнем наши финальные заявки.